22 сентября 2017 года. Тыгныч, значит, таскает у нас сваи, которые мы будем потом промазывать и вбивать. Это вот здесь вот мы находимся на лагерном пруду. Там подмыло берег, вот надо его укрепить. Иначе весной может промыть. Воды много будет. Сейчас закидываю тут сюда вот. А потом через забор я перекидаю уже. Сено привезли. Вот оно специально, чтобы можно было опять с глины делать, мешать. Вот заострили сейчас бензопилой их. Вот такая вот стружка интересная. Продолговатая. Там вдалеке он пасет наш брат Никита сегодня. Он отходит. Как обычно, палку держит сзади. Да. Так, хорошо видать. Утащи попутно еще. Надо перекидывать их. Это мы на тележке все привезли. Пилы, топоры, кувалды. Лопаты, пилу, все необходимо. Вот 33 сваи сделали. Сделали, только отпилили их с четырех концов. На четыре стороны. Сейчас туда кидай их. Вот оно, наше озерко. Вот тут мы наверху. Только чтобы влево не улетели за пределы этой. Смотри за этим. Видишь, какие тяжелые столбы. Это все необходимо. А вон далеко, там солнышко проглянуло. Видишь, чистая какая местность. А там Никита пасет коровушек. Ничего не видать. Подожди-ка, я потихоньку боком пройду здесь, чтобы не ошмыгнуть. О, давай. На эту сторону можешь кидать дальше, а то там в речку упадет. Ого. Чуть до меня не достало. Это метров 10. Вот так. А смотри, тут загородка была. Они корову-то залазили сюда. А что они тут делали-то? Им только выхода нет, как играть, ломаться. О, там низинка-то какая. Это вот мы здесь работаем, как напротив лагеря. Вот это вот ошкуряли еще, когда Виталий Калиников тут был. И вот сейчас все сгодилось. 33, и там 50 свай привезти надо. Пилить пойдем сейчас. 33, толсто. Ну, сантиметров по 15-то есть диаметр. Все, все, тогда давай остатки. Это иди сюда, Владя, тащи. Вот эти тащи, я покажу куда. Сначала стаскаем их, тогда видно будет. А вот видите, как бульдозер вез, я говорил, оставляй, не разравнивать. И когда где нам нужно, мы будем брать. Ну вот тут. Сломанный наш этот аппарат, и как только приближаешь, ничего не видать. Вот, все, скрылось. Там видно храм.
Вот это озеро, тут самое рыбачат. И мы нынче летом оставили его без внимания. Ну, сейчас туда, где стоят у нас охранники. А потом так вот краем пройдем, и надо прощупать, где обвисло, где подмыло. Это мы колышки поставим. Ну, травы нарвем там или что. Поскольку чего, это мы уже увидим сами. Вот тут доски. А здесь не... О. А здесь не надо? Ну, может быть, и надо. Ну, да, надо. Вот тут как раз обрыв. Вон она как подмыла. Клади вот так их. Вот так, поперек. Ну, сколько тут надо? Ну, штук 8-то надо. Определенно, от дерева до дерева. С десяток пойдет. Клади. Посмотрим. Здесь у нас ничего нет. Там далеко видно, капкан стоит. Вот. 4 андатры вытащил. Больше ничего нету. И вот здесь тоже подмыто. Надо закрыть этот промыв. Вот он где. Это вот здесь у нас бетонные, железобетонный слив был. Мы не знали, что с ним делать. Много готовили длинных телеграфных столбов. Плашмя положить. Ну и все, складывай. А я сейчас начну усматривать, где что. Возьму лопату, лопатой. И примерно так буду ложить тут какие-то вещи, детали. Надо... Не, а, так? Ну ладно, ладно. Это Володя сразу укладывает для того, чтобы промазать. А потом здесь сверлить. Длинный специальный шток будет, чтобы вошло. На. Дойди до туда. Положишь. Держу. Я сейчас постараюсь такой лопату и здесь прозондировать, где они еще подмыли. Осторожно тут. Их надо с дороги убрать, раз запнулся один раз. Гарантии нет, что эти доски второй раз тебе не попадут. Вот так. Глины нам хватает, чтобы не наступать на них. Все. Смотри здесь, какая глубина. Ну, 4 метра, это даже думать нечего. Там, до камышей. Вот она обрушивается. Ну, видимо, упадет земля, это ничего. Но она держала все-таки. Держала, ни на чем держалась. И как бульдозерист ездил, не боялся, для меня удивительно. Делать обязательно. Вот он теперь я на коленке встал. Вот она идет, смотри, насколько уже прошла туда. Ну тут какая-то палка вроде держала. Это не удержит. Они тут как раз и роют. И нам нужно здесь вот от дерева до дерева здесь пломбу поставить из этих, из свай. Так что будем смотреть, где. Я тут зеленые травы на пути буду ложить. Вот. Тут никак не узнаешь, только ползать на коленях. Ну, тут как будто берег плавный, а вот тут что-то непонятно. Какой берег? Смотри, тоже заросший. Лопатой надо будет проверять. Я пойду возьму лопату. А вот эти сажали колышки-то, ни один не прирос. Почему? Влаги недостаточно. А вот этим достаточно. Видишь, они как
пустили черенки. Угу. Я наказываю второй мостик, там, который растет кусты рядом, ну, метр по метру резать и часто-часто-часто вбивать. А это что там такое? Это гнездо или что? Вот это что? А, это, видать, на ней растет. Вот оно что. Интересно. Смотри, какая. Это прямо на роще. А что там внутри? Внутри там как будто ничего и нету. Ну, какая-то это кто-то делает так. Вот она где. Притом на конце веточек. И как сделано, что туда вода не попадет. Но это вроде какая-то их мошкара червивая. Там дальше заметил, сегодня я, видимо, хатка есть. Отсюда не увидишь. Вон она на повороте.